Club One. Roll into the club, bust up the dance, and then what? В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице производственная камера зафиксировала, как водитель «Гранта» едва не перевернул «Ниву». Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице производственной водитель «Гранта» решил проскочить перекресток с Московской на желтый сигнал. Этот маневр не заметил водитель «Нивы» «Шевроле» и повернул налево. После удара «Нива» едва не упала на бок. На перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург школьница задумалась и пошла на красный сигнал. На перекрестке улиц Ивана Попова и Щерса еще одни пешеходы перебегали дорогу на запрещающий сигнал. Заторможенную реакцию продемонстрировал водитель Митсубиси на перекрестке улиц Профсоюзной и Ленина и поехал на красный. На улице Производственной водитель иномарки не заметил попутную машину с камерой и начал перестроение. На улице Северное кольцо водитель Митсубиси решил объехать затору перекрестка по встречной полосе. Владельцу регистратора пришлось уворачиваться от столкновения. Михаил Вагин, место происшествия.